Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня, ребята, пока у меня идут откаты по всем фронтам, продолжим проходить с вами Sky Keepers. Надеюсь, кто не знает, это игрушка про маленького мальчика, по крайней мере, была. Сейчас мы играем за его отца, потому что с сыном что-то произошло. Ну что же, давайте будем смотреть, что ждет нас в этом выпуске. И ждут нас здесь, как всегда, монстры. На этот раз какие-то мухи. Ну, в принципе, довольно легкие. Ага, ну их тут много. Так, а вот этот чувачок очень злой и сердитый. Меня он раздражает, если честно, вот своей вот этой пушкой, которая почему-то стреляет, как будто наперед знает, куда я должен прыгнуть или приземлиться. Так, иди сюда, муха. Так, отлично. Все, пошел я валить эту пушку. Она меня достала. Мне вначале соберу эти шарики, которые я до сих пор не понимаю, для чего нужны. А, ну, блин. Так, ну-ка, сдохни. Блин, а я забыл, что он, это, атакует меня в ближнем бою. При приближении к нему. Так, да что ж такое-то, а? Не припухла ли ты, пушечка? А ну-ка, вкуси моего топорика, томагавка. Отлично, пробил я его. Сейчас ему будет кранты. Да куда же прыгаешь-то ты вечно, а? Когда тебя не просят. Ладно, идем далее. Здесь у нас вроде бы все как тихо. Я туда не хочу прыгать, я прекрасно знаю, что прыгун из меня никудышный. А вот здесь можно вполне повеселиться. Ага, кажется, я понял, для чего нужны эти шарики. Они мне накапливают энергию. Так, бочоночек. Здесь наверняка подвох какой-нибудь будет. Ну, я так и думал. А, ну этот один-то сосунок. Нет, их два, уже три. Опять эта пушка. Я иногда периодически забываю, как делать этот суперудар с подлетом. Все, меня зажали, нет? Да, зажали. Вот он как делается. Вот что значит долго не играть в игру. Все забывается моментально. Но мы проходим. Сюда мне никак, да, не подпрыгнуть. А хотелось бы разбить ящики. Ладно, прыгаем вниз. Хорошо, что здесь никого не было. Так, и вот сюда. И интересно мне знать, что же этот отец делает. Он ищет противоядие для сына. Сын, как вы помните, в первой части, по-моему, это же сын был, превратился у нас в камень. Хотя это был отец в камне, а сын погиб, непонятно почему. Молния там в него ударила и так далее, и тому подобное. Так, а вот здесь будет ловушка, я так и думал. Так, вот эти опасные ребята, потому что они меня очень сильно замедляют. Ну, это... Поганец мелкий. Ну что же, целая куча вас будет, что ли, здесь. Так, мухи, идите отсюда. Навозные мухи, вы мне мешаете. Так, я думаю, что это не последние здесь ребята, которые будут. Проблема по ним попасть, они еще меня атакуют, а? Ну смотри, что творят. У меня очень мало жизни осталось. Я не помню, покупал ли я себе эти лекарства. Хилки, точнее. Так, давайте здесь прыгать. Вот, давайте, вот только вот без вот этого. На прыжках, давайте сейчас вы еще тут будете меня замедлять. Ты зараза. Ладно. Ну, вроде бы все обошлось. Наверху у нас поджидает пушка. Так, есть у меня, нету? Есть у меня, ребята, лекарство. Давайте подхилимся немножко. Наверху меня ждет пушка. И, как видите, этот абориген с шипастой. Шипастый абориген меня не столько волнует, сколько беспокоит вот пушка. Надо ее в первую очередь сносить. Да куда ж-то, в принципе, нормально. Все пучком, все прокатило. Взорвал я его. Так, иди сюда, аборигенище. Надел маску, теперь все можно? Нет, извини. Да куда ж ты? Хотел с подлетиком сделать, но, как видите, опростоволочился. Ладно, подпрыгиваем. Так, давайте сюда глянем, что здесь. Так, у нас шипы. И какой-то сундучок. Я, наверное, пока туда не пойду. Хотя хотелось бы и надо, наверное. Но мы давайте проверим, что у нас ждет впереди. Так, внизу гриб. Ах ты, гриб. Тихо. Давай эту ведьму. Ох, со всех сторон, ребят, на меня прижали. Блин, во, вот это замечательно, что она взорвалась. Почему вы друг друга не уничтожаете, а? Стреляли бы друг в друга и... На этом было бы дело с концами. Я, по-моему, сейчас погибну, ребята. Очень мало у меня хп, очень мало. Так, да сдохни ты уже, а. Летаешь, нервируешь меня лишний раз.
Так, все, ладно. Да что ж такое-то, а? Они следующую вызвали. Даже двух. Все, ребят, я погиб. Ладно. Такое лицо было с фингалами. Хорошо, мы здесь недалеко записались. Поэтому добежим сейчас моментально с вами. Так, ага, здесь мы пропрыгиваем. Ничего. О, тихо, 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 тихо! Что ж такое? Я как-то не доглядел, что наверху, видите, шипы. Трава эта шипастая. Ладно, запрыгиваем. Тут мы сейчас тоже с вами запрыгнем. Просто тут есть очень хорошие комбо, но они состоят из такого множества действий, что проблематично их сразу сделать. Так, ладно. Летите сюда, взрывайтесь. Взрывайтесь. Так, мне нужно убить вот так вот. Ну иди сюда, смертушка. Так, она подбита у нас, но не до конца, надо ее добить. Тихо, тихо, пушка. Ну угомонись, да. Ага, пронесло. Ну вот, сейчас, в принципе, пока это... А, еще же, еще вторая смерть вышла. Ладно, давайте мы добьем эту пушку. Замечательно. И теперь мне надо как-то выбраться из этого заварушки. Давайте, наверное, может быть, на гриб. Нет, сейчас мы попробуем эту пушку уничтожить. И без нее у нас пойдут дела в гору. Не дотянулся маленько. Так. Ага, на них я могу намечаться только в том случае, когда они оглушены или ударены. До этого бесполезно. Вот, хотя бы так. Да помри ты уже, а. Ну хорош уже выделываться, ну в самом деле-то. Так, минус одна смертушка. Еще одна осталась. Так, отлично, я ее добил. Ну все, теперь никто не появляется. Я разбираюсь спокойно с этой пушкой. Точнее, это даже не пушка, это какой-то чмо там сидит, прикрывшись стеной. И так... А, иди сюда, родной. Что ты тут запрыгал? Я тоже так могу. Ты не ожидал? А вот теперь будешь знать. Вот, вот, ребята, о чем я говорил. Как можно телепортироваться к нему. Потихоньку начинаю вспоминать. Так, а нам надо с вами перебираться наверх. Что нас здесь ждет? Да ничего, по-моему, нету. По крайней мере, почему-то я не могу до туда допрыгнуть. Ну, давайте здесь по низу пройдем. Как же я не люблю вот, знаете, вот эти попрыгунчики. Потому что постоянно... Постоянно я падаю вниз. Как-то здесь прыжок не рассчитан немножко. Вот он прыгает по одной траектории, и все, больше он не может. Так, а почему... Да что ж такое-то? Я сейчас погибну такими темпами. Вот. По-дурацки очень сделано здесь в плане управления прыжками. А я не могу дотянуться до стенки. Ха-ха, замечательно. И что вы мне прикажете делать? Летать я тоже не могу здесь. Здесь нет камня, к которому можно было бы прицепиться, телепортируясь. Хм. Печаль. Печаль какая-то. Но ведь же должен быть какой-то выход из этой сложившейся ситуации. Так, давайте еще раз. Нет, не допрыгивает. Да что ж такое, только зря трачу жизни. Ладно, есть предложение сбегать в обратную сторону. Здесь, наверное, тоже у меня ничего не получается. Не допрыгивает он по какой-то технической причине. Но двойного прыжка у меня тоже нету. Хм, он даже от этой стенки отпрыгиваться не может. Вот это да, вот это попадос. Что я неправильно делаю? Так, а это что он такое делает? Так, это что за такая поза у него? Ага, поза нападающего ястреба. Ну, и как я это сделал? Почему не получается? Ёлки ты палки, ну что ж такое-то? Куда я нажимал до этого-то? Ага, вот. Ну, сейчас-то получилось. И вот. Ясно, давайте пробовать. Да не в ту сторону-то. Да что ж такое? Ребят, не судите меня строго. Нублю, естественно, нублю. Ну, как же без этого? Да, финиш какой-то полный, а. То получается, то не получается. Так, это у меня сальто. Мортальте. Как говорится, чтобы меня не задело. Нет, если честно, меня это немножко уже напрягает. Я дошел до сюда и не могу никуда продвинуться. Дебилизм. Не-не-не, аккуратнее, ты так упадешь у меня в воду и будет нам бобо. Так, давайте, надо подпрыгнуть стойко и какую-то кнопку надо нажимать. Или даже две кнопки.
Ничего у меня почему-то не получается. Не знаю, в чем здесь загвоздка. Может быть, чего-то не хватает или я неправильно делаю. Да, это он дерется. Так, ладно, ребята. Ничего у меня не вышло с этим. Давайте-ка с вами вернемся обратно. Может быть, я что-то где-то упустил. Сейчас мы с вами это увидим, посмотрим. Так, там, по-моему, был сундучок у нас, да? Ну, шипы мы эти проскочим. Подожди, вот, вот так вот. Ёлки-палки, тут ловушка у меня какая-то ожидала. О, не-не-не-не-не-не, только не ты. Блохастый, уйди от меня. И еще и пушку мне сюда воткнули. Ну, здорово, придумай. Все, по-моему, меня сейчас тут раздеребанят. Да, меня уже раздеребанили. И откуда же я начну? По-моему, с тотема, да? Ладно, от тотема мы идем куда? Мы прыгаем наверх и идем... Нет, по-моему, не сюда. Черт подери, ребят, я забыл, куда надо идти, а? Представляете? Уровень вроде бы такой коротенький, а я забыл, куда надо идти. По-моему, вперед, потом наверх. Сейчас проверим это дело. Так, здесь все у меня подбиты уже. Так, здесь надо пропрыгнуть. Это, в принципе, ничего страшного. Так, подпрыгиваем. Ага, нет. По-моему, здесь все-таки, или не здесь. Опять у меня не получается. Да, нашел я, конечно, время тренировать этот прыжок. Но он мне обязательно нужен. Я без него никуда не смогу пройти. Не получается. О, получилось. Да как он... Как он срабатывает? Вот, опять получилось. И вот. Так. Ага, все, ребят. Этот прыжок у нас, оказывается, требует маны. А мана у меня кончилась, соответственно, я не могу ничего сделать. Так, эту пушку... Нет, тут не пушка уже. Тут уже обычный моб. А до этого была пушка. Так, Блохас, уйди от меня. Не трогай. Так, давайте-ка ему... Тихо, тихо, я знаю, что сейчас будешь тут лупить. Вот теперь пушка вышла. Блин, сейчас начнется веселуха, а? Так, угомонись. Да ядрить твою налево, а? Ну что ты делаешь? Ну-ка, иди отсюда. Нечего здесь делать. Так, успокойся, успокойся, блохастый. Нечего тут махать своим топором. Все, пушку я раздолбил. Теперь надо будет бить этого чумного непонятного аборигена. Он-то отдыхает. Ага, опять машет, опять отдыхает. И я его добиваю. Тихо, тихо, я его добиваю спокойненько. Я себе как раз восполнил всю ману. Она мне нужна. Замечательно. А здесь у нас будет что? Что это такое? Получил какой-то камень я, да? Ну что же, ладно. Для чего-то он мне нужен будет. И пойдемте теперь с вами практиковать этот супер-пупер прыжок, который у меня доселе не получался. И я надеюсь, что с помощью него я все-таки смогу перепрыгнуть. Так, давайте хотя бы... Ну-ка. Ну. Не выходит что-то опять. Да ну как так-то, ну. Так. Не пойму, то ли срабатывает, то ли... Вот, сработал. Ладно. Так, опять сейчас упаду. Сто пудов упаду. А-тя-тя-тя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонько. Да не суетись ты. Так, отпрыгиваем. И не выходит у нас нифига. Почему ты не появляешься на... Ну, да чтоб тебя, а. Ну, давай, ну не в ту же сторону. Как это тяжело все-таки. Да ё-моё. Ну, да какого ты лешего творишь? Какой топорик здесь вообще может быть? Ё-моё, а. Что происходит? Куда упал? Эх, шарик мой упал. Вот, вот, получается же. Ну, каким макаром? Я нажимаю, честно говоря, на все кнопки, и получается само собой. Она должна быть... Опа-на, получилось у меня, ребята. Ну, наконец-то, наконец-то мы продвинулись с этой мертвой точки. И на нас тут довольно нехило идет атака всяких чудиков. Так, тихо, тихо, успокойся, корявый. Да, такие злобные аборигены. Откуда они вообще здесь взялись в этом лесу? Видимо,
какой-то тут же... Давай, не надо тут. Ой, замедлялки вылетели. Ладно, перепрыгнуть их. Так, нет, все-таки меня задело. И сейчас меня тут, по-моему, ребята раскатают по полной программе. Так, перепрыгиваем. Бочка. Какого фига? Шар же тепловой, забыл я. Ну, так, сдохни. Так, надо срочно прятаться куда-то. Давай, иди сюда. Вот так вот. В воду бы тебя скинуть, чтоб не компенсировало мне мозги, а? Давай. Замечательно, побили. Ну, а теперь беремся и за пушки. На-ка тебе. Вставай, что лежишь-то? Ага, замечательно. Добивочный. И еще добивочный. Вот так вот. Все, отдохни. И не пыхти. Хорош там тужиться. Сейчас и до тебя дойдет очередь. Опа, как тебе, красота. Просто получилось великолепно. Все, он у меня тоже отдыхает. Че, опять-то придумали здесь? Так. Успокойтесь, все-таки замедление на меня повесили, да? Ну, да не беда. С этими-то ребятами я справлюсь легко и без проблем. Тихо, только не в воду. Так, у меня еще хпшек очень мало, кстати. Да, надо не пропустить момент. Тихо, угомонись. Выпить микстурку. Микстурку. В общем, хпшечки. Так, и что у нас здесь? А, ну здесь мы пропрыгиваем все легко и просто. Даже... И встречаем в кристалле девушку какую-то. Интересно. Миссия выполнена. Ёлки-палки, блин, такая легкая миссия и столько в ней проблем, только лишь из одного прыжка. Да, надо было мне его заранее постажировать, попрактиковать. Ну и что у нас получается? Мы спасаем эту девушку с кристалла, приходим к себе в деревню, и фармер меня благодарит. Может быть, это его дочка была? Я в английском силен, я читаю наобум, а в основном я люблю придумывать. Так, значит, мой фаворит, тыры-пыры, Лили, Лилоу. Не знаю, кто ты, откуда ты взялась, почему-то ты вообще из ниоткуда появилась в нашей жизни. Но, тем не менее, она приносила, когда ты был в камне Танги, еду, цветы. В общем, беспокоилась о тебе. Так, выучить мы, я так понимаю, ничего не можем абсолютно, потому что у нас не хватает чего-то. Левел 2. А чего не хватает, не врублюсь. Так, ладно, крафт. На крафте-то что-нибудь дадите мне? Так, нужно 3, а у меня 1. Это чтобы я получил ботинки какие-то задрипанные. Мне нужно 3 таких камушка. Ну, а я только нашел 1. Да. И для пера, кстати, тоже нужно 3 камушка. Соответственно, экипировать я ничего не могу. Ладно, с этим мы разберемся немножко попозже. А вот лекарства я как раз себе прикуплю. Сами видели. Ну что, ребята, ладно, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и до скорых встреч.